Всем привет, дорогие друзья! Новый патч в Mortal Kombat 1 наломал немало дров, а точнее, немало имбы. Например, понерфили Джонни Кейджа, его Пока, если посмотреть на фреймдату, теперь имеет скорость не 6 кадров, а 7. Его 1-1 серия теперь не плюс 3 на блоке, а только плюс 1. У Страйкера замедлена перезарядка, бросок гранаты вниз. Похоже, что теперь он гораздо медленнее перезаряжается и при броске гранаты вверх. Тоже очень медленно. Теперь его не будут обузить в онлайне. Также, наконец-то, понерфили призрака Кенши. Теперь в блок он отнимает гораздо меньше здоровья. Посмотрите. Про Рейдена тоже не забыли. Его обычный буревестник и усиленный буревестник теперь в блок отнимают меньше урона. Немного меньше. Но все же это лучше, чем в прошлом патче. Ох уж эта шапка Кун Лао. Но теперь она не будет так сильно бесить игроков, ведь восстанавливается гораздо медленнее, чем раньше. Посмотрите. Ну а что же с Писмейкером? А с ним вот что. Раньше он мог делать комбо с помощью Кана, с помощью ножей Кана. Через пистолет. И это наносило очень много урона. Все, теперь он больше не может этого делать. После пистолета попадают ножи. И следующий удар уже не засчитывается в комбо. Конечно, в игре еще нужно много работать над балансом, но с этим патчем играть будет в разы комфортнее. На этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы и пишите комментарии. Все ссылочки на канал и на донат в описании. Всем пока!